Традиционно в день рождения 47-го региона чествуют нового обладателя звания «Почетный гражданин Ленинградской области». В этом 2016 году им стала хирург, заслуженный врач Российской Федерации, почетный гражданин Сланцевского муниципального района Эльвира Ивановна Батрак. Эта женщина более 60 лет трудилась в системе здравоохранения. С 1963 по 2014 год Эльвира Ивановна работала заведующей хирургическим отделением Сланцевской межрайонной больницы. Как призналась сама Эльвира Ивановна, удивлена, смущена и одновременно рада получить в своем возрасте столь высокую награду. Но была бы еще счастливее, если бы продолжала работать. Я сидела в больнице дни и ночи. Меня ночью за мной приезжали сюда, за мной приезжали туда под ГДОВ, когда начиналось что-нибудь серьезное. Вот знаете, вот другой раз идешь на тот же, может быть, аппендицит, а там оказывается совсем другое. И начинаешь, иду, я думаю, Господи, что же я буду делать? И вот откуда-то появляются мысли во время операции, и ты поступаешь правильно. И я потом думаю, ой, какая я молодец, сообразила, что нужно сделать так. Я ночью не спала. Я пока больной не выпишется, я с ним умирала вместе. Вот, у меня настроение плохое, это все отражается на семье, и все, но по-другому я не могла. Я действительно очень переживала. И сейчас я сыну говорю, я говорю, я неправильно жизнь прожила. Неправильно. Почему? Я говорю, да потому что я вам мало уделяла времени. А он говорит, да что ты, мамочка? Ты правильно жила, у тебя все нормально. Я говорю, нет. А он говорит, я бы был хирургом, и из меня бы был хороший хирург. Но у меня очень толстые пальцы. Разве бы я смог работать с хирургом? И пошел в горный. Не всегда бывает по судьбе у человека, где родился, там и пригодился. Сегодняшняя сланцевчанка Эльвира Ивановна Батрак родилась во Владивостоке в семье военного врача. Поэтому смена места проживания ей знакома с детства. Великая Отечественная война застала семью в Ленинграде. Детей тогда из осажденного города эвакуировали в первую очередь. Мама не отдала нас, у меня сестра была. И мы уехали, и мы сели на первый попавшийся эшелон и уехали вот в Сибирь. И попали мы в Тюмень, тогда это была Омская область, Омск. Вот попали в Ишим, город Ишим. В Ишиме закончила школу и поступила в Омский медицинский институт имени Калинина. Пошла, потому что так хотел мой папа. Он мечтал, чтобы я была врачом, только хирургом. Или стоматологом еще у него было такое. Ну вот, я и попала так в Омск. Кончила институт в 23 года. И распределилась в Кузбасс. Вместе с мужем приехали в город Новокузнецк. Там молодой хирург Эльвира Батрак работала 7 лет. По ее мнению, счастливых и интересных лет. Попала я в замечательный коллектив. Это послевоенные годы, 55-й год. Врачи были все, которые прошли войну, которые очень грамотные были, замечательные люди такие. И было у кого учиться. И вот я, поработав там 7 лет, считала себя уже готовым хирургом. Но в 1961 году снова переезд. На этот раз инициатива исходила от мужа. Он говорит, давай уедем. Такой красивый город, хрустальный, чистый. Там озеро в середине города. Поехали. И вот мы, значит, сели на машину. И на машине совершили это путешествие из Новокузнецка до Москвы, а потом уже в Гусь-Хрустальный. И там мы проработали, я проработала всего один год. Работа там была замечательная. Там надо было жить и работать, и люди там необыкновенные. Живи, работай, как говорится, да радуйся. Но путеводная звезда Эльвиры Батрак неотступно вела ее в Ленинградскую область, в шахтерский городок Сланцы. Здесь были наши друзья, горняки,
после горного института, все они ленинградцы, они нас сюда уговорили поехать. Ну вот мы приехали сюда. Здесь, за компанию. Да, мы опять же садимся на машину, вещи в контейнер и приехали сюда. Здесь делать было нечего. Население маленькое, больница маленькая. Вот в Никольщине, где сейчас туберкулезный, там была больница. Это было для меня, это был ужас. Я приехала, я никогда не думала, что под Ленинградом могут быть такие больницы с печным отоплением, где эти инструменты стерилизуются на плите, плита в предоперационной. Вообще было, конечно... Кустарные условия. Да. И с гусям мне писали и звали «возвращайся, возвращайся». И я хотела, я бы вернулась, но вот муж не хотел. Ему здесь нравилось. Я как черепаха Тортилла. Я знаю всю историю нашей больницы, и больницы, и хирургии, и всего на свете. На тот момент, когда Эльвира Ивановна приехала в Сланцы, у нее было уже двое маленьких детей. В микрорайоне Лучки дали от больницы благоустроенную квартиру. Переезды закончились, и началась сланцевская жизнь, которую она отдала работе. Жила работой и больше ничего, кроме работы, не знала. Сначала работала ординатором, а с 1963 года возглавила хирургическое отделение. Благодаря неимоверному трудолюбию и высокому профессионализму Эльвира Ивановна внесла большой вклад в развитие хирургической службы Сланцевского района. Коллектив был замечательный. Взаимозаменяемость была на высоком уровне. Ведь тогда ударники коммунистического труда были. И все они брали обязательство работать на том-то посту, на том-то посту, везде. Каждая переливает кровь, каждая умеет работать на посту. В общем, в этом смысле сестры замечательные. И санитарки. Вот санитарки, казалось бы, что от них зависит? От них все зависит. Коллектив хирургического отделения под ее руководством стал одним из лучших в Ленинградской области. Успешно решал все задачи, поставленные администрацией больницы и здравоохранения в целом. В хирургическом отделении, которым много лет она заведовала, постоянно проходили обучение молодые врачи-интерны. Я пришла молодым хирургом, она учила нас работать, учила основам хирургии, за что мы, конечно, ей благодарны. Здесь было много хирургов, тогда же было распределение, приезжали новые молодые хирурги со всей России, и вот ее ученики работают у нас и на Украине, и в Белоруссии, и в Дагестане. В общем, во всех уголках России есть ученики Эльвиры Ивановны. Да, научила она меня, конечно, многому. Я до сих пор помню свою первую сифонную клизму, когда она ее назначила. А я была только молодая сестра, и думала, она со мной была и учила меня, как, сколько вливать. Я тогда думала, господи, больной у меня лопнет. Вот. И после этого, конечно, я сифон, много-много. Она нас всему учила, как говорится, всегда в трудную минуту помогала. Конечно, Эльвира Ивановна многому научила. Очень случаи тяжелые были во время операции. И когда вот я только пришла работать, руки, ноги тряслись, и она всегда успокаивала, не переживай, все будет хорошо, ценные советы давала. С ней работать было очень легко. И легко, и тяжело. Требования были большие, а с другой стороны, очень много помогало в работе. В конце нашей встречи мы попросили заслуженного врача Российской Федерации, почетного гражданина Ленинградской области, Эльвиру Ивановну Батрак, дать совет или наставление молодому поколению врачей. Внимательно относиться к больному, побольше милосердия, смотреть больных сразу и пользоваться всеми известными методами обследования, а именно руками. Вот про меня говорили. Эльвира Ивановна ставит диагноз руками. Да потому что я посмотрела больного, мне сразу ясно.